В этих местах радиация везде. На земле, на дорогах, на деревьях, на окнах, на крышах домов. Даже воздух пропитан радиоактивной пылью, и все вокруг превратилось в мусор. В мусор особенный, который нельзя уничтожить, нельзя выбросить, нельзя сжечь. Но нельзя допускать, чтобы он распространялся дальше. Этот мусор можно только закопать. Жить здесь нельзя. Это зона отчуждения. Но здесь живут люди, которые по различным причинам вернулись в свои дома. Радиация невидима. Ее не слышно. Она не имеет вкуса и запаха. У нее есть последствия, о которых мы ничего не знаем или знаем совсем мало. До сих пор мы стоим на пороге неизвестности и риска. Идет ликвидация последствий аварии. Утилизируется почва, дома, строения. Стирается с лица земли, хоронится, закапывается тяжелой техникой. Сотни мелких населенных пунктов и деревень. Это смертоносная радиоактивная зона. Зараженные безлюдные земли хранят свою зловещую ауру. Повсюду чувствуется напряженная атмосфера. Работа не приносит радости. И те, кто трудится здесь, настоящие герои, заслуживают уважения. Они прилагают все усилия, чтобы утилизировать опасные отходы, спасают нас, рискуя собой. Жизнь по-прежнему идет своим чередом, но уже совсем по другим законам. За прошедшие годы люди приспособились и научились жить по-новому. Здесь вы не увидите привычного деревенского пейзажа. Не услышите мычания коров, кудахтанье кур, не услышите крика гусей. Вы не увидите лошадей и коров. Здесь не чувствуешь запаха навоза. Это мертвые деревни. Вот так в этих местах проходит день за днем, проходит жизнь. Лишь немногие старики остались в зоне доживать свой век без детей и внуков. Новых поколений нет, а значит, нет и будущего. Тонны радиоактивного мусора вывозятся на свалку. Это продолжается 25 лет с момента Чернобыльской катастрофы. Мусор вывозится непрерывно, ежедневно, до сегодняшнего дня и будет вывозиться еще очень и очень долго. А у вас дети есть? Где они живут? У меня дочка в городе живет. И зятем. А чего дочка не заберет к себе? А потому что у меня есть малая квартира, а три комнатки маленьких. А двое детей, сами двое, четверо. Да куда я эту сторону забрать? Так вы здесь одна, да, вам по хозяйству помогают? А никто не помогает, она приезжает, помогает. Поможет посеять, поможет пообщакать, поможет посадить, где какую граду, че что. Так и тоже не наездится. Другий раз машина есть, а другий раз нема, так едет автобусом. Как относитесь к тому, что сносят дома? Сносят, муж не рушает. Да, там же наверху рушат. Наше дело тишина. А как давно, сколько лет вы здесь уже? Я кротилище так и живу. Да. Никуда не уезжали? Нет. Не. Которым подавали, да те повязали. Те, кто повязал, они уже поумирали. Только остался, так вот живым помал. Топком это жил. Но не чувствуется же это? Так а что оно? Не, чувствуется. Ноги болят, руки болят. Крутить еще ломить. Чувствуется, но хватает. Для мусора организованы могильники.
83 пункта захоронения. Специально отведенные места, куда свозят радиоактивную землю, шлак, отходы. Могильники разные по размеру. Представляют собой обыкновенные поля и ямы. За прошедшие годы часть радиоактивного мусора опустилась на глубину до 15 метров, достигнув уровня грунтовых вод. Огромную опасность представляют могильники после дождей и таяния снегов, когда радиация распространяется на другие территории. А мусор все поступает и поступает, тонна за тонной, машина за машиной. И этот конвейер, кажется, никогда не остановится. Ну, однако, уже зарабили чистую зону у нас. Все. Нема радиации. Да. А как вы отнеслись к тому, что отменили вам даже там? Конечно, подменяли все. Як отнеслись? Погано отнеслись. Они ж тут не живут, а сидят у Минску там, а что им? Они собі. А тут кажется, что ты ляжешь, вот день поработаешь, как руки, ноги, и это крутить, заворачивая в другую сторону, ломить еще, костей это. Я радиация не мешала, так в больницу люди не попадали, а я вот низкий гемоглобин, да попала в больницу, да 2 месяца пролежала в больнице. Ну, да ничего не роблю, сяду, вот это. Все, вот раскидают, чистая зона, воды нема, колодец его раскидает, все заваливает, все. Воду пьем с радиацией, что там, да, сейчас же она в землю пошла. А вам предлагали хоть власти как-то отселиться куда-то на более чистую? Как они-то говорили, придут сельсовета советской власти, запишут, ждите вузовы. Так, ждите. Ну, кто ходил тут, ухойники, так повезжали. 92-го года прислали письмо, и лежит письмо, и квартиры не дали, хотя не помер. И в учёнках работал, перевозил скот на кошару, а я доила до кошары коров. И от того лежит то письмо, и никто и хаты не дал то. Вот так сядем. Зажали, все эти льготы поздымали, да еще. Да кто в чистой зоне, так правильно, кто тут и это в разные, так поздымали льготы. А зону же вашу признали чистой? Да, с 97-го года чистая зона, все. Нема радиации. То ж было у нас первоначальное отселение. Все, за хаты платили и уезжали. Или хата за квартиру. Ну, хату сдаешь, да квартиру дают. А теперь вообще никаких вопросов. Чистая зона, не дают нигде ничего, ни ухойников. У вас чистая зона. Остались, каже, живите. Ну, а если бы дали вот хаты, поехали бы или нет? А что мы не поехали? Теперь дали, где близко вот такого ухойника, стыди. Я бы с дорогой души поехала. Я где-то еще все кинула, поехала, да хотя бы отдохнула. В Гомеле дали. В Гомеле хоть так работа будет, а тут что здесь гонит. Ну. А то, что вы здесь дома рядом сносят, вас будут сносить? Нет. Кто не, кого не сдадены, я хаты, так ты вообще, его. Моя хата не сдадена, так я сосед не сдадены. Не а той помер, так тоже, может быть, не сдали, так останется. А сколько у вас человек осталось в этой вещи? Человек, 50, мы более не будет. А это так у всех тут, 60. А как они тут живут, то в аренду побрали. А так, как у нас осталось, ему человек 20 семей, а мой более трое. После катастрофы жители были эвакуированы. Вместо того, чтобы предупредить население об опасности заражения, власти вывели людей на первомайские парады, заставляли кричать «Ура! Да здравствует советская власть! Вперед к победе коммунизма!» Люди стали вынужденными переселенцами. С тяжелым сердцем покидали родные места. Когда мужчины и женщины садились в автобусы, плач стоял на всю деревню. Люди покидали дома в домашней одежде. Запрещалось брать с собой личные вещи, домашних питомцев, кошек и собак.
Для их уничтожения позднее были созданы отряды. Их называли охотники. Они отстреливали домашних животных. Все они были заражены. Люди были психологически подавлены, растоптаны, уничтожены. Людей предупреждали. Уезжайте на несколько дней, скоро вернетесь. Но никто не мог себе представить, что это прощание навсегда. Это безвозвратно. Казалось бы, войны нет, мирное время, а происходит вынужденная эвакуация тысяч семей. Вся эта беда, огромное горе легло на плечи простых, ни в чем не повинных людей. А, Люция, а вот те, что люди жили, да просто съезжались, они сюда приезжают хоть на свои приезжают. Места? Приезжают. На Радонец. На Радонец. На Радонец. Вот так, она... кого машина едет, приезжает. А у кого не надо, на до воскрешения приедет. На Радонец приезжает. А вы родились здесь, да, в этих местах? Да. Да. Я смотрю, такая крепкая была деревня большая. Да? 500 дворов было. До радиации. А вы помните тот день, когда все уезжали отсюда? Почему не помню? А что вы можете рассказать об этом? Только что приехали, да повозили всех. И кого дети малые, так всех этих молодец повозили, а мы одни поставались. А на автобусах, да, увозили? Да, одни мужики были только. Еще. И коров издавали, и телят издавали, и курей позабирали, все на свете забирали. Радиация так вообще. А сегодня вот я держу курочки и яички им свои. Купила дотка курочки, я держу и ем яички свои. А за вот то, что забрали, там скот, куры, то самое, компенсацию хоть какую отдали? Или... А там какие там и копейки дали мои какие. Советскую лащу. А. Тогда какое оно было? Лащу. А так сядем вот помалу. Ну и нам тут платили все, что вот мы работали. 100 рублей заработал, что наверх 100 рублей. Как советская власть была при коммунистах. Они поприезжали сюда, да тут только все живут. О. Так что люди, получается, возвращаются? Да нет. Это только населенцы вот такие. Вот где да. Вот не хочет работать. Так они все сюда. Думали, тут с медом, а тут надо тоже работать. Ну. И все. А то продаила 40 годов коров и ничего не заработала, и квартиры не заработала. А радиацию кто-то вам приезжает, замеряет вообще уровни? Или уже... Коли приедут, то замеряют, а коли не приедут, то не замеряют. Я не приеду себе, у нас тут он є з науки там. Приїжджають з заповідника, їм спеціальна гора. Я кожен год тут приїжджаю. Змирають радіацію, землю міряють, все, то воздух, землю там, туди в землю ставлять прибори, міряють. А вас інформують? Ну, говорять, що, що, де, де от, допустим, там пятно хороше, здесь можна город посадити. Сієм, от, де живеш напротив хати, сієм. То, что нам там. Сеем картошку, все сеем. Так а як все, сеем и пашем, и копаем, и едим. Все с огорода. А продукты откуда берется? Автолавка привозится два раза в неделю. Магазин закрытый, а автолавка ездит у нас. Привозится во вторник и в пятницу. Привозится хлеб. Ну все є там, хліб і ковбаса. Капусту самі садите? Ага. А що ще садите? Гурки, помідори, каверці, все своє. Ну. А що про будущее думаєте? Як сложиться? Уже? Мені вже 76 років. Так може я год проковіляю, а там вже пойду додому. Вже хватить. Ну как-то ж хотелось бы, наверное, с внучками еще побыть. Или внуки уже взрослые? Внукам одному 21 год, а другому хлопцу 21, а хлопцу 20. Так уже, я не тут так они живут. Коли так вот на Радоницу приедут, побудут да и поедут.
А это вот несчастный, вот колечко у меня. Так на виду я. Я рук не маю, ноги, ноги не маю половину. Да так помалу, это сядем тут. Выйду на улицу, да посяжу, да в хату. Да покормлю курочек, да котов своих покормлю. Да и в хате так сяду. А корову уже нет, коровы нет. Нет, корову уже будьте хозяин. Знали корову, да корову уже нет. А хозяин попал в Минск, в больницу. Робили на ватах операцию. Так ему сказали, давай шукать где-нибудь хапку какую. А он сказал, а я на своем селище помру, да не пойду. Да и так и помер. Это ваш супруг, да? Ага. Супруг мой. Так я одна в Минске, так и сижу. Дети приезжают, и его приезжают, и мои приезжают. Чернобыльская катастрофа нанесла огромный непоправимый материальный ущерб. Но еще страшнее то, что люди, живущие на загрязненных территориях, подвергаются постоянному риску от воздействия различных доз радиации. Они стали заложниками аварии. Их здоровье подвергается постоянной угрозе. А основной целью существования стало выживание. Дом как смертельно больной человек, а махина-экскаватор, как хирург, который удаляет мертвую ткань, и все это делается без обезболивающих лекарств, режет по-живому, как на войне. А может быть, это и есть настоящая война, только враг на этой войне невидим, неуловим и беспощаден. Кто может объяснить происходящее? Кто может рассказать правду, и кто знает, какая она, эта правда? 25 лет прошло после Чернобыльской аварии. Трудно назвать это юбилеем. Скорее, очередная черная дата в календаре. Повод вспомнить о новой технологической чуме, угрожающей современному миру. Дома сносят один за одним. А дома этих людей сносить не будут. Этим людям некуда деваться. За границами зоны они никому не нужны. А в зоне отчуждения в основном живут пожилые люди. После того, как снесут 500 дворов, останется только несколько, в которых еще живут люди. Страхи, стрессы, психологическая неустойчивость, последствия Чернобыльской аварии. Все это осталось им сегодня, а выбора у них нет никакого. Только сидеть и наблюдать, как сквозь густую и плотную пыль несущихся грузовиков проходит их жизнь. Люди в мертвых зонах продолжают жить, несмотря ни на что. Они стараются не обращать внимания на окружающую обстановку, но к этому очень трудно привыкнуть. Привязанные к родным корням, к домам и земле, на которых прошла вся их жизнь, с которыми связаны самые дорогие воспоминания, они цепляются за эти места и не хотят покидать свою родину, которая по-прежнему очень много значит для них. Это необычные люди. Люди, которые приспособились к жизни в условиях радиации. В этих местах, где больше печали, чем радости, где тебя на каждом шагу подстерегает невидимая смертельная опасность, ликвидация домов смотрится как зрелищный аттракцион. Аттракцион зловещий, безжалостный, у которого нет благодарных зрителей и который никогда никого не будет восхищать. Легко представить себе здесь, конец света. Плодородная земля, истощенная, она безнадежно больна. Какие у нас у людей шансы на выживание? Невольно начинаешь думать, размышлять о жизни, о ее ценностях.
Хочется верить в счастливое будущее. Можно ли мечтать здесь на месте о мирной жизни? Какие сюрпризы ждут нас в будущем? От кого зависит наша жизнь? Иногда кажется, что человек обречен на муки, страдания, болезни. В прошлом эта земля знала радость и боль, смех и печаль. Пот и кровь, песни, слезы, веселье и грусть. А теперь здесь гробовая тишина. Возможно, это расплата за ядерный прогресс. Я зашел в дом, и сразу время остановилось. Появилось странное чувство, как будто на меня кто-то смотрит. Я начинаю прислушиваться к каждому шороху, но вокруг стоит мертвая тишина. Я начинаю понимать, что на меня смотрят невидимые призраки, тени тех, кто жил в этом доме раньше. Чувствую их взгляд, слышу их голоса, их души. Я слышу, кто-то по хате ходит. И я печки стоит только сопить. Куда ты собираешься? А ты куда собираешься? Вот мы легли спать. Я легла вот на той койке, она на этой койке. Кариласка, проходите. А вот еще хлеб для вас остала, бо хлебу сяму голова. Чеснок, цибуля, а потім вару рішневую кашу. Капусту пережарваю на маслі цибулькою. Натираю чесночком. Мы здесь, мы никуда не уходили. Мы здесь родились, мы здесь умрем. Это наша земля. А может, за мной наблюдают брошенные дома и смотрят с удивлением и спрашивают, что случилось? Почему мы такие заброшенные, неухоженные, никому не нужны? Что делать? Как быть? Неужели ничего нельзя изменить? А я думаю, может ли катастрофа повториться? Отчетливо понимаю, может. В любое время, в любом месте, в самый неожиданный момент, потому что люди всегда будут ошибаться. Горькая! Возможно, очень скоро придет время вновь изобретать колесо. Остановит ли эта трагедия дальнейшее изучение использования ядерной энергии? Наверное, нет. Человек так устроен. Он любопытен и всегда стремится к прогрессу. Это неизбежно. Через какие-то неизвестные мне временные пространства я слышу, как кто-то плачет. Просит меня, просит о помощи. Ложу на сковородку, потом жару у печцы. Ломаем блины и макаем у шкварки. Клюквенные, брусники, с малины. Сладко пилося. Ой, молодец.
Голоса пропадают, и снова наступает мертвая тишина. Результатом катастрофы стала деградация почвы и десятки тысяч квадратных километров зараженной территории. Пройдет не одно столетие, прежде чем эти земли станут пригодными для постоянного проживания людей. Страшно подумать, есть территории, куда жизнь уже никогда не вернется. Километр за километром бесконечная дорога. Возникает ощущение, что мы едем по замкнутому кругу. И кажется, что все мы стоим на пороге пропасти. Мертвые территории, где жизнь и смерть ходят рядом. В этих местах даже солнце светит по-другому. Запуталась среди ветвей деревьев, словно рыба, попавшая в сеть рыбака и не может вырваться на свободу. Огромная территория, где когда-то жили люди, а вокруг тоска и безысходность. Сотни пустых домов, сотни пустых дворов, и все это необходимо убрать, захоронить, утилизировать, потратить колоссальные материальные человеческие ресурсы. А люди стали самовольно возвращаться в свои деревни. Их называют самоселами и самопоселенцами. Эти неуклюжие слова режут слух. Ведь люди возвращаются в те места, где веками жили, умирали их предки. А почему они должны у кого-то спрашивать разрешение? Разве они виноваты в том, что на их долю выпали такие испытания? На загрязненной радиационной почве они сеют, собирают урожай, выращивают овощи, питаются, пьют воду. Хотя все это категорически противопоказано. Это смертельно опасно. У 86-му году весною нас отселяли уже в октябре, считайте. Еще дали убрать урожай, урожай убрали и отселяли. Мы переселяли всюду же на подселение. Да мы это и делали, всюду на подселение. А знаете, как на скорую руку? Холодина страшная, зима была суровая. Як ходили, так и ночевали во всем. Да перезимовали, да уже стали в газетах писать, что саючи будут заселять, заселять. Мы еще приезжали в райисполком, председатели райисполкома спрашивали, да, будут заселять. Ну вот мы и попереезжали. Ну вернулись мы назад, потому что, конечно, холодно было, да и... До дому всем хочется, если мы тут родились и состарились, считайте, куда хочется уже с дому, да и в нашем возрасте, никуда. Мы приехали в апреле 88-го года, люди в 87-м сразу же попереезжали, кто весной, кто осенью. Так людей было много. Ну и с соседнего хозяйства ездил автобус, забирал людей на работу, все довольные были, а потом автобус перестал ездить. Да кто молодший, самостоятельный, так шукаю уже место, где-то попереезжали, что надо работать семьи, держаться, держать. Ну, а такие уже как, трохи пристарались, где дети в городе так позабирали, а кому нема куда деться, так сядим, одим, удинемся. У нас тут 33 человека всего. Так это, считайте, четверо детей, маленьких еще. А то такие рабочих, может, человек и 10, а это уже у нас пенсионер, человек 20, наверное, да и все. Сюда уже никто не поедет, отсюда нема куда ехать, боим. Нам уже никто не подает ни квартиры, ничего, сяди и все. А что мы уже надеемся на лучшее? Мы уже ни на что не надеемся. Уже у меня и хозяйство не пороща было, так сколола, а малого не купила, куры одни, да я. Ваша пенсия там позволяет вам вот жить нормально? Ну, в смысле, даже вот здесь там что-то купить, что-то что? Лучше помолчать, так будет лучше.
Работали. Дед мой работал, специалист был хороший. Ну, заболел у него рак желудка был. Ему сделали в 2006 году операцию. Он еще 4 года прожил, промучился. И он промучился, я над ним. И группы не дали никакой. Таблетки не дали бесплатной. Уже у 2010 году оформили его на группу. Ну, ему дали общее заболевание 12 февраля. Я еще все-таки написала жалобу была. Мне прислали перечень, собирай документов такие на межведомственный экспертный совет. Ну, я и собрала, отвезла. Отвезла я, наверное, числа 12 июня, а он 21 уже помер. А 26 было заседание. Прислали сюда, что связали его с Чернобылем. Ну, уже ж после смерти все прошло. А нехай бы ему тогда хоть дали пенсию, как вы это я все получаете, чтобы... Ну, вам бы как-то облегчило. Человек хоть последнее время мог бы себе раскошней трошки по... На дно лекарства у нас входила одна пенсия. Ну, ничего, нам уже помирать скоро. Магазин у нас раньше был, а теперь уже кто сюда пойдет торговать? Продавца нема, его закрыли, ну, приезжает автолавка два раза в неделю. Товары привозят, все лишь бы деньги были. Все, продукты привозят, конечно, обижаться не надо. И несмотря ни на что, вы все-таки не обижаетесь на государство? Нет. С дедом баба жила, так трохи смелее, как и дед не слабый был, да. А уже осталась одна, да и соседа нема. Тяжело, конечно, но жить надо. А племянники у вас только детей нет своих, да? Ну, племянники. И они меня и приглашают и к себе некоторые. Ну, у каждого своя семья. Куда мне не едет, я знаю, что Абдулич не уездит. Старый человек уже. А поедете ли вы сами вообще отсюда? Вот, мне уже кажется, уже, наверное, не двинетесь. Не, буду сидеть уже вот тут пока.
Все племянники мне звонят. Спасибо, звонят усе. И они уже мы сговорились, да, каждый день. Кто вечером позвонит, кто с утра позвонит. Но звонят каждый день. Думаю, что баба умрет, да разложится, да неприятно будет. Население было большое. Ну, у нас и нас богато. У нас у родителей было 5 детей, да уже у каждого дети. Так мы жили дружно, нам жить добро было тогда тут дома. Який город пахать, что мы все свои собрались, посели. Одному, другому постоянно. Так уже теперь, кого куда разбросала судьба. У нас деревня была красивая, дома хорошие, как вы бачите, уже проехали, уже их пораскрывали, поломали, по деревня, а улицы какие широкие. Уже же оно позарастало, а раньше ходили по дворы. Тем, кто уехал из родных мест, снятся оставленные деревни, брошенные дома, от которых остался только фундамент и мертвые сады. Эта авария разбросала родных и близких по разным городам, по разным странам. Горько и больно понимать, что все эти люди лишены возможности жить вместе, делить друг с другом радости и печали. Прошлое мы знаем, настоящее мы видим перед собой. А вот будущее, какое оно? Кто даст ответ? Теперь уже все. Остались мы тут считанные люди из такого населения. А раньше первые годы, так каждые выходные тут машин, тут людей было. Потом уже люди трохи обжились, конечно. Но на Радуницу приезжают все, на кладбище полно. А так. Каждый год, да? Все соседи, все знакомые, мы жили, к нам заезжали всегда. А теперь, как придется, ну, жить надо. Что делать? Сидишь у хати, вот тут, да и все. Вот то благодаря, что по телефону пообщаешься с кем. Что хоть телефоны. И если бы телефона не было, так замкнулся бы вообще уже. Чернобыльская станция прячется от нас в тумане. Сейчас она стоит на территории другого государства. Спустя много лет стало известно, что на ней мог произойти еще один взрыв во много раз мощнее. Эти столбы напоминают мне могильные кресты. Это похороны земли. Будет ли будущее у этой деревни? У этой деревни? Да, не знаю, через 10 лет, через 50 лет, через 100 лет. А кто его знает, как вам сказать? Даже не могу я вам сказать, на этот вопрос и ответить. У меня детей нема, не было. Мы жили вдвоем. А теперь баба осталась одна. Вот на моем месте, что бы вы делали, если бы вы тут жили? У села были, так посадили бы себе граду картошки, да якого огурца, помидора. Убрали бы, да и сидели бы, как я вот это.
И смерть мне иди, брат, так что делать? Надо жить, что-то. Как можно жить тут?